Так, а правда, если мы такие умные, то почему такие бедные? Как превратить свои таланты в доход? Довольно странный вопрос для умного человека, который говорит, как превратить свои таланты в доход. Это вообще ни разу не трудно. Делай что-то ценное, предлагай людям, общайся с людьми, ищи тех, кто тебе... Это все элементарные вещи, да, они, не знаю, даже недостойны того, чтобы называть маркетингом. Вот. Просто у многих людей, особенно советского воспитания, у них вот ум такой, да, они под умностью подразумевают эрудицию. Когда люди говорят, что мы такие умные, они, как правило, под умом подразумевают не вот это вот, нерациональный ум. Так что, что такое рациональный ум? Рациональный ум – это который позволяет оптимизировать достижение своих целей посредством правильного распределения ресурсов. Вот мы умные, но нерациональные. Мы умные, но мы не умеем ставить цели. Мы умные, но мы не умеем подтянуть свои ресурсы под достижение цели. В этом проблема. Очень серьезная проблема. Вот. И это как бы такая штука неприятненькая. Неприятненькая, недостойная и... достойное лучшего применения. Поэтому как бы применять ум рационально. Я вам, в принципе, все ключевые вопросы сказал. Создайте что-нибудь ценное, сделайте себя известным, ничего особенного. Если вы чувствуете, что у вас там какие-то, ну да, есть тема там зарядов эмоциональных, может быть, да, иногда оно тупит.